Бля, вертушков нахуй. Дайте мне колеса. У меня уже таких вертолетов тошнит, блядь. Блядь. Случайно получилось. Я хотел, Но... я хотел винтом порезать, а получилось, что задавил. Писюн, блядь. Дайте мне колеса, где здесь колеса-то есть, блядь. Что это за херня? Он падает от выстрела и дальше бежит. Либо у него охуительный пинг. И как он меня убил? Чего он остановился? Я тебе сейчас, блядь, Тебе сейчас посигналю. пожарка нужна, что ли? Нет, я хочу его колеса прострелить. Ты прикинь, он сейчас будет дрифтовать на ободах. Все прострелены, по-моему, не все. Все, я с той стороны прострелил. Да, блядь, да давай. Такие скидрифты, ебай. Сколько на ободах можно проехать? Сука, он... Как он нас догоняет? Ах ты, сука. Ой, блядь. А как мы взорвались? И вот с лазерной пушки он стреляет зажигательными, да? Ну там разрывные. О, блядь. Нас круто подорвали. Блять, ты, может, попадать научишься своими ракетами? Почему-то он валит именно тебя. Может, из-за того, что ты сидел в самолете в момент, когда он первый удар нанес? Не знаю, не знаю. Какая-то херня, блин. Походу, тоже ГМ. ГМ? Грохнул. Да, ГМ. Причем то же самое, у него оружие с разрывными. Неудивительно, что я его долго убить не мог. Угу. Блять! Сейчас будет весело. Блять, почти. Сука. Почти смог. О, запрыгнул. Блять, ебать. Ты что, под поездом, что ли? Моя очередь прыгать будет. Ух, нихуя ты ездишь. Опасный ты тип, однако. Что, забыл направление канала? Ой, я тебя вижу. Запрыгнул? Да. Ты чё, ты как спрыгнул-то? Ты чё, дурак, блядь? Ай. Бля, он идиот, нахуй. Ты чё, угораешь, что ли? Сука, стой, блядь. Он просто ёбнулся с него. Ой, бля, сейчас опять догонять. Разборка. Зона. Так. Ты там где? Ты на поезде или ты где-то едешь? Сука.
Да, блядь, да дайте мне машину кто-нибудь. Не, ну здесь быстрее получится догнать, теоретически. Нет, я сначала пытался поезд запрыгнуть. Во-первых, я как-то ёбнулся с него странно. Чё, блядь? Игрок хоть тебя телепортировался, походу. Сука, урод, блядь, да за что нахуй? Вы игрок-то? Рахана, блядь. Он далеко до поезда? Беги, Ну, блядь. Беги, так. Форест, блядь, беги. Машину пнул. Да, я ее поставил прям посередине вот этих вот. Сука. А, Да, мы и... в пассивном режиме. Вон он, смотри. А, вот, точно. Слушай, его уже раньше не было. Ну, я не знаю, был он или нет. По-моему, его раньше не было. Это что такое? Это тоже читер? Может, это какая-то читерская сессия? Наверное. Он сосиску в тесте, что ли, держит? Или бутылку, блядь? Ну вот, самому интересно, что это. Да, сосиску в тесте, хот-дог, типа. Ням-ням-ням. Блин, я в первый раз его вижу. На Калину похоже. Я также в ролике сказал про нее. На Калину и на фокус сзади. На старый. Ой. Взялся и стекла разбил. Так это только переднее, чтобы И боковое. салон было видно. Чё, блин? Нехило так в тебя влетели. Быстро. Да. Ебать, вот это мастер был. Теперь вообще у тебя весь салон дышит. Да. Чё, встанем? Полетел. Встанем на светофоре? Я бы тебе мог сейчас сказать, давай сейчас я кое-что замучу, потом еще прокачаю эту машинку и давай встанем. Там вон для тебя написано на этом, на билборде, видишь? Можешь посмотреть, как она катается? Нет. А. Она катается, я и так знаю. Ты, блядь, как я круто полетел. Ну, за прыжок не выполнил. Дальше тебя пролетел. Ты посмотри, куда я вылетел. Подожди. Отправьте ее в хранилище, потом обратно призови, блядь. Да вылазь ты, ебаный рот. Сука, ты посмотри, что натворит, блядь. А теперь ты в нее хуй сядешь. А, ну если только опять перевернешь. Перевернул. Я тебе говорил сразу, отправь его в хранилище, блядь, мозги не кипи. Ну, зато прыжок классный был. Ёб твою мать, я думаю, что ты ко мне сел, блядь. Ах ты сучок, однако. Это был Скорешки вот выполнен. серьезно? Нет, не выполнен. Да. Я вижу твои. У тебя красный дым от колес? Или Красный, синий? синий, белый. Я вижу твой дым на потолке. Это там типа типок мой, что ли? По-моему, это тот, который...
Да, только зеленоволосый. Типа, в чем прикол? Сам нападаешь на игроков, получаешь от них пизды, включаешь читы. Какой тачки у меня нету. Какой? Надо, Какой? наверное, тоже будет купить. Как у Хотя меня? сейчас посмотрим, как катается. Угу. Так мы с тобой одинаковые взяли. Да. Не толкайся. Блять, забыл, с кем ездишь, что ли? А ты чертик, а? Хоть тачка в этот раз целая. Я могу остановиться, подождать тебя. Езжай, езжай. Мне нравится целая, черненькая, красивенькая машинка. То есть тебе нужно подобраться чуть поближе, чтобы взять... О! Этот. О, блядь. Его. Ты не проходил еще такие гонки, что ли? Есть, что происходит вообще, я в ахуе просто. Так я ж поэтому и хотел эти гонки изначально снимать. Потому что это нас двое, а когда толпа, это еще прикольнее.